Вот эти поросшие зеленью камни – остатки древней крепости Мамай-Кале. Именно в честь нее был назван один из самых экологически чистых и тихих районов города Сочи – Мамайка. В этом районе расположен санаторий «Октябрьский», в который мы сейчас и направляемся. Первое, что поражает приезжающих в санаторий «Октябрьский» – это его территория. Все продумано и организовано на уровне лучших греческих и испанских отелей. Лавочки в тенистых аллеях, фонтаны перед корпусами и ухоженные растения, собранные, между прочим, почти со всех концов света. Но дальше гостей ждет еще большее потрясение. Зоопарк – самый настоящий и единственный в Сочи. Трогательные ламы, смешные обезьяны, застенчивые кенгуру и многие другие. Есть даже тигры и львы. В просторных вольерах животные чувствуют себя очень хорошо, а отдыхающие не испытывают никаких негативных ощущений от близости такого царства зверей. Нет даже специфического запаха. На грамотный и постоянный уход указывает и то, что звери в зоопарке размножаются. Вот, например, эти тигрята родились в зоопарке Октябрьского. Кстати, Октябрьский – один из немногих российских санаториев, где активно применяют так популярную на Западе зоотерапию. Причем для этого иногда нужно просто пройтись между корпусами. По дорожкам санатория бегают кролики и ходят стайками самые настоящие павлины, готовые поближе познакомиться с вами. Но на зоопарке изюминки Октябрьского не заканчиваются. В кабинетах гостей тоже подстерегают неожиданности. Ольга, расскажите, пожалуйста, что это за процедура такая? Это улитки Ахатины. В косметологии они используются для проведения легкого массажа, увлажнения и омоложения кожи. Потому что слизь содержит аллантоин, гиалуроновую кислоту, коллаген. Используется при акне, при преждевременном старении кожи. Во всех случаях, как говорят врачи санатория, эффект виден уже после первой процедуры. А скажите, а какие ощущения, вот, когда они по вам ползают? Очень даже приятные ощущения, скользят. И вот как будто бы сразу вот какой-то вот пленочкой покрывается. Вот такие вот некоторые ощущения. Это тоже кабинет массажа. И тоже такого, какого нет ни у кого. Огненного. Санаторий Октябрьский эту процедуру древнетибетского искусства исцеления проводят китайские мастера. Главный секрет в специально приготовленном эликсире из целебных настоев трав. Им пропитывают полотенце, которым затем накрывают спину пациента. Сверху кладут еще один слой полотенец и покрывало с бальзамом. Все это поджигают. Всего за несколько минут целебный настой глубоко проникает внутрь тела. А для чего вообще эта процедура применяется? Какие у нее показания? Ну, эта процедура очень хороша для работы опорно-двигательного аппарата, хороша очень при частых простудных заболеваниях, при воспалительных процессах очень хорошо, для кровообращения, для циркуляции, для лимфы. Завораживает и очень полезно, видимо. А это еще одна редкая процедура – карбоксигенотерапия или инъекция углекислым газом. В России еще редкость, но на курортах Европы им лечат артриты, артрозы, хронические заболевания внутренних органов. Вообще в санатории Октябрьский огромный выбор медицинских процедур. Как экзотических, так и классических для курорта. Например, электросон. У этой приятной процедуры множество показаний. От борьбы со стрессом до нормализации обмена веществ. Пациенты с заболеваниями сердца и сосудов могут пройти курс сухих углекислых ванн. Галина, добрый день. Здравствуйте. Вы, я смотрю, получаете сухие углекислые ванны. Да, первый раз. Первый раз. У меня большие надежды на то, что я буду дышать более ровно. У меня бронхиальная астма. Это процедура такая вот, ну, когда ознакомили меня с этой ванной, что она очень полезна, расширяет бронхи, улучшает дыхание, моторику дыхания. А вот это весьма простое и эффективное устройство для оздоровления позвоночника – инверсионный стол. Упражнения на инверсионном столе помогают расслабить мышцы и вытянуть позвоночник. Пациенты отмечают, что вместе с болью в спине и шее уходит раздражительность и хронические головные боли. А это одна из очень востребованных женщинами процедур. Она активно используется для лечения различных гинекологических расстройств.
воспалительных процессов репродуктивной сферы, а также спаечных процессов. Это радоновая ванна. Активный компонент этой ванны – радон является слабым радиоактивным элементом, который при распаде создает альфа-излучение. Альфа-излучение, проникая в организм человека, сначала вызывает легкий спазм капилляров, а в дальнейшем стойкое расширение. Это приводит к нормализации кровообращения во всем организме. Но прежде чем лечиться, необходимо тщательно обследоваться. И если до приезда в санаторий вы не успели выяснить все о своем здоровье, к вашим услугам в Октябрьском широкая диагностическая база. Опять-таки, от классических методов диагностики, которые есть в большинстве санаториев, до самых редких. Вот, например, на этом оборудовании проводится иридодиагностика – исследование всего организма по радужной оболочке глаза. Данный метод, он не подменяет собой такие элементы обследования, как ультразвуковое исследование, электрокардиография, там, биохимический анализ крови. Нет, он только дополняет. И в итоге мы как раз и видим и уровень эндотоксической нагрузки, и уровень микроэлементов. Еще один уникальный метод обследования с помощью цифрового анализатора биоритмов. Используя его, врачи Октябрьского проводят скрининг всего организма и могут выявить скрытые заболевания пациента. Аппаратно-программный комплекс достаточно четко указывает нам на имеющиеся какие-то серьезные патологические изменения, и это позволяет нам отправить пациента непосредственно к узкому специалисту, который позволит при дальнейшем определении заболевания провести коррекцию непосредственно санаторно-курортного лечения. Вот такой аппарат остеоденситометрии позволяет точно определить состояние костной ткани, а вовремя начатое лечение позволяет избежать серьезных переломов, в том числе и таких опасных для жизни, как перелом шейки бедра. Выявляем остеопению у пациентов, проводим определенные методы лечения и даем рекомендации для дальнейшего ведения пациентов по месту жительства. Вообще в Октябрьском европейские стандарты курортного лечения. Медицинские процедуры сочетаются здесь с возможностью ухода за телом и полноценным отдыхом. Это известная еще в сибирских деревнях и тибетских монастырях процедура – кедровая бочка. Именно кедр считается одним из самых главных целебных компонентов ванны. Плюс фитосборы и эффект бани. Но голова человека не подвержена тепловому воздействию, поэтому процедура легко переносится даже теми, кому баня противопоказана. Людьми с заболеваниями сердца и сосудов. Влада Феликсовна, расскажите, пожалуйста, вот об этой процедуре. Эта процедура необходима для восстановления кожных покровов, для улучшения микроциркуляции, для того, чтобы убрать из организма соли тяжелых металлов, вывести радиоактивные вещества и для улучшения работы сердечно-сосудистой системы. Улучшает работу сердечно-сосудистой системы, а также подвижность суставов и состояние кожи инфракрасная сауна. Выраженные терапевтические и косметические эффекты при комфортном прогреве тела делают эту процедуру очень привлекательной как для людей с хроническими заболеваниями, так и для тех, кто просто хочет хорошо выглядеть. Для многих женщин хорошо выглядеть – это значит оставаться стройной. В Октябрьском легко и без особых усилий можно достичь совершенства, например, благодаря занятиям в бассейне. Доступные для пациентов любого возраста упражнения с элементами бодифлекса, специальные дыхательные гимнастики. Всего несколько таких тренировок активируют нервную систему, улучшат обмен веществ и гарантируют потерю веса от 3 кг. Продолжить физические упражнения можно и в оснащенном современными тренажерами спортивном зале. Опытный тренер рассчитает вам необходимые нагрузки на любые группы мышц. Приезжаю я с мужем сюда уже 3-й раз. Очень надеюсь, что и дальше у меня будет возможность посещать это замечательное место. Называют нас здесь гостями. Мы не больные. Мы приезжаем сюда отдыхать, лечиться. Врачи просто прекрасные. Я даже не знаю, какого врача, кто лучше. Очень рекомендую всем приехать в санаторий Октябрьский. Искупаться, позагорать, насладиться прекрасной атмосферой самого санатория, зоопарка, лечебной базой и прекрасными людьми, прежде всего, которые нас встречают. В Октябрьском все продумано до мелочей. Каждой, даже самой небольшой детали интерьера чувствуется желание персонала сделать ваш отдых незабываемым. Забавные подвески, стильные люстры, искрящиеся зеркала.
В Октябрьском просторные номера, в основном оформление которых – изображение цветка, именем которого и назван номер – роза, нарцисс и так далее. С балконов открываются поистине завораживающие виды на море и город. А для любителей уединенного отдыха есть самая настоящая вилла на 8 человек с шикарными спальнями, просторными гостиными, уютными кабинетами. На территории виллы великолепный банный комплекс и большой бассейн, который по вечерам заливается морем света. Кстати, вечернее оформление санатория – это настоящая цветотерапия, призванная подарить отдыхающим ощущение яркого праздника и полноты жизни. В стоимость путевки включено трехразовое лечебное питание. Но при этом даже обед в санатории шеф-повара Октябрьского умудряются превратить в красивое шоу. Как только попадаешь в санаторий Октябрьский, сразу понимаешь, что это место, которое наполнено чудесами. Тигры, которые едят с рук, экзотические растения, синее море, зеленые деревья. Самое большое чудо, что все это снято в середине октября. Значит, для того, чтобы продлить лето, совсем не обязательно ехать куда-то в тропики. Достаточно приехать сюда, в санаторий Октябрьский.